Доброго времени суток, товарищ рыболов. В сегодняшнем обзоре речь пойдет об одной интересной приманке от компании «Герман». С продукцией «Герман», я думаю, знакомы многие рыболовы нашей страны. Многим она успела полюбиться за счет своей невысокой стоимости и отличной уловистости, а также высокого качества. В данном случае приманка называется «Кай». В 75-м размере, то есть длина приманки составляет 75 мм. Представляет она из себя такой фиброхвостик с необычной немножко формой. Ну, я думаю, форму все узнали, уже многие производители выпускают подобные приманки. У данной приманки имеется такие прорези на брюшке, я думаю, будет видно на камеру, благодаря которым приманка получает очень интересную гибкость и более реалистично имитирует реальную рыбку. Приманку можно оснащать разнообразными оснастками, обычной джиг-головкой, двойным крючком, а также предпочтительнее всего офсетным крючком. Приманка изготавливается из плавающего материала. Вот, в принципе, основное и самое главное отличие от других производителей. И на шарнирных монтажах, таких как с офсетным крючком и грузиком-чебурашкой, приманка в воде становится под 45 градусов. Но желательно использовать облегченные крючки, чтобы не утяжелять приманку. В данном размере приманка прекрасно ловит щуку, а также среднего и крупного окуня. Несмотря на вышеперечисленные уникальные свойства приманки, она также обильно пропитана креветочным аттрактантом, который ее делает более привлекательной и позволяет хищнику дольше удерживать ее во рту перед тем, как распознать, что это не натуральная, не живая рыбка, что дает дополнительное время для рыболова на подсечку. Приманки недорогие, так что можете смело приобретать и ловить рыбу. Ссылку на приманку оставлю в описании под роликом. Также в описании под роликом вы сможете найти промокод, использовав который на сайте интернет-магазина F-Magazine вы получите скидку от 5 до 20% на 100 и более разнообразных рыболовных брендов, таких как Lucky Craft, Pontoon 21, Aquatic, ну и так далее. Так что переходите, покупайте и экономьте на покупке снастей. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Видеообзор был подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.